Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник география 5-6 классы за авторством Дронова и Савельевой. Параграф 13. Изображение земной поверхности. Вспомните, какую форму имеет наша планета. Условно, планета Земля, как и любые другие планеты, имеет форму шара. Но на самом деле точное название формы Земли – геоид, потому что Земля идеального шара не является идеальным шаром. Как называется модель Земли в виде шара? Глобус. Приходилось ли вам пользоваться планом или картой? Ну, если вы ездили с родителями куда-то, особенно на юга, на машине, то наверняка видели работу навигатора. Следовательно, в некотором роде вы пользовались планом и картой. Чем план отличается от рисунка и фотографии? План – это очень точный рисунок какой-то местности, выполненный с помощью специализированных знаков и обозначений и содержащий всю необходимую максимально достоверную информацию об этой местности. Рисунок – это просто рисунок. Там могут быть просто какие-то деревья, просто какие-то здания, какие-то дороги. На плане очень четко обозначены. Это хвойные деревья или лиственные деревья, или это вообще плодовые какие-то сады. Очень четко обозначено, какие дома. Деревянные, одноэтажные, двухэтажные, каменные, бетонные. Какие заборы, какие дороги, дороги асфальтовые, дороги основные, не основные. На плане все это очень точно обозначено. Глобус. Чтобы определить самые главные особенности Земли в целом, попробуем посмотреть на нее со стороны. В этом нам поможет глобус. От латинского «глобус» – земной шар. Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Модель – это упрощенное изображение реальных объектов, процессов и явлений, которые создают для изучения их свойств. Первый глобус был изобретен еще во II веке до нашей эры древнегреческим ученым Кратетом Мальским. Какие же свойства Земли нам поможет изучить глобус? Чем глобус похож на Землю? Глобус, так же как и Земля, имеет форму шара. Следовательно, он дает нам правильное представление о форме нашей планеты. И глобус, и Земля вращаются вокруг собственной оси. При этом ось глобуса имеет такой же наклон, как и земная. Таким образом, глобус позволяет наблюдать этот вид движения Земли. Глобус дает правильное представление о форме, размерах, взаимном расположении крупнейших географических объектов, материков и островов, океанов, морей, рек. Зачем нужны плоские изображения Земли? При всех преимуществах глобуса использовать его для решения большинства практических задач неудобно. Главное достоинство глобуса – объемность – является одновременно его главным недостатком. Глобус во много раз меньше Земли, поэтому на нем нельзя изобразить все то, что существует на земной поверхности. На глобусах показывают только важнейшие географические объекты – материки, океаны, моря, крупнейшие горы, реки. Для получения подробного изображения земной поверхности глобусы должны быть огромных размеров, поэтому чаще люди пользуются плоскими изображениями поверхности Земли. Как получить точное плоское изображение земной поверхности? Для нас, жителей третьего тысячелетия, ответ на этот вопрос достаточно прост. Надо сфотографировать эту поверхность сверху. Аэрофотоснимки и космические снимки. Съемка земной поверхности с самолетов и космических аппаратов позволяет получать снимки поверхности Земли с подробным изображением всех деталей местности. Космические снимки делают со спутников и станций, двигающихся по орбитам вокруг Земли. От высоты, на которой летают космические аппараты, зависит охват снимаемой территории. Чем выше от Земли они летают, тем большую территорию охватывают съемкой. Однако подробность изображения поверхности на снимках при этом сильно уменьшается. Географические объекты на космических и аэрофотоснимках представлены в непривычном для нас виде. Распознавание изображения на снимках называют дешифрованием. В дешифровании все большую роль играет компьютерная техника. С помощью космических снимков составляют географические планы и карты разного содержания. Не забывайте, что на Земле, кроме неба, существуют еще и облака. И вот эти самые облака могут очень сильно помешать сделать спутникам
хорошие фотографии. Поэтому полностью полагаться на спутники никто никогда не будет, потому что облака могут помешать их работе. Что такое план и карта? Аэрофотоснимки и космические снимки люди научились делать совсем недавно, но уже несколько веков известны другие виды изображений земной поверхности на плоскости – географические планы и географические карты, которые выполняют с помощью условных знаков. Наука, которая исследует и отображает расположение в пространстве объекта и явления природы и хозяйственной деятельности человека – картография. И вот здесь вот показаны на рисунках, собственно говоря, как выглядит космический снимок и как выглядит достаточно подробный план местности. Обратите внимание, насколько большая разница между снимком и подробным планом. На снимке мы видим просто какие-то деревья, а на плане очень четко обозначено специальными значениями, что вот этот небольшой зеленый участок – это плодовые какие-то сады. В то время как вот здесь, вот большой зеленый участок, это смешанные леса. Здесь обозначено, куда течет река. И обратите внимание, очень четко обозначен, какой берег крутой, а какой наиболее пологий. Даже обозначено, куда идет повышение по холмам. Хотя здесь, на спутниковом снимке, увидеть какой-то холм практически невозможно. А на плане холм обозначен вместе с высотами. Географический план и географическая карта – это плоские уменьшенные изображения участков земной поверхности с помощью условных знаков. Условные знаки – символы, обозначающие различные географические объекты. Значение условных знаков показано в легенде. Легенда карты – изображение всех условных знаков, которые использованы на данном плане или карте, с объяснениями их значений. Легенда помогает читать план и карту, то есть понять их содержание. Вот, собственно говоря, возвращаемся к старому снимку и плану. Вот видите, подпись «Условное обозначение». Вот то, что под ним, это и есть то самое обозначение, та самая легенда. И видите, вот я вот слегка перепутал, я говорю «плодовые сады», «кустарники» на самом деле это называется. Ну да ладно, главное, что кустарники – это не леса. Четкое различие. Вот в легенде очень четко обозначено – где и что, собственно говоря, какой знак, что обозначает. Вопросы и задания. Зачем люди изобрели глобус? Ну, во-первых, чтобы более четко представлять себе, что такое наша планета. Ведь глобус, каким бы он ни был, он достаточно точно отражает общий вид земной поверхности, наклон земной оси. Все это можно увидеть именно на глобусе. И самое главное, глобус, он объемный. У него нет искажения размеров, в отличие от плоской карты. На плоской карте приходится увеличивать северные, самые северные и южные регионы. Из-за чего какой-нибудь остров Гренландия размером получается больше, чем Австралия. Хотя на самом деле Гренландия намного меньше Австралии. Да и Россия получается чуть ли не как Африка. Хотя на самом деле по площади Россия намного меньше, чем громадный континент Африка. Почему его называют объемной моделью Земли? Потому что глобус достаточно подробно повторяет вид нашей Земли со всеми ее океанами, материками, морями, реками. Почему необходимо изображать Землю в плоскости? Ну, потому что если вы куда-то едете, не будете же вы таскать с собой глобус, не так ли? Вам будет намного легче взять с собой что-нибудь небольшое, какую-нибудь небольшую карту, которую можно будет легко свернуть и убрать, например, в карман, а глобус вы в карман не уберете. Вот поэтому и необходимо изображать Землю на плоскости. Назовите достоинства и недостатки аэрофотоснимков. Достоинствами аэрофотоснимков является большой объем поверхности, которую они снимают, и высокая точность того, что они снимают. Но есть и минусы. Изображение аэрофотоснимков необходимо расшифровывать. Мало того, в военном деле существует такое понятие, как маскировка. Так вот, современная маскировка даже простой маскировочной сетью полностью скроет от аэрофотоснимков любые военные секреты. И будет казаться, что вместо какой-то военной части просто лесок. Вот и все.
То есть аэрофотоснимки с одной стороны дают высокую точность, но с другой стороны и обмануть их достаточно легко. И потом в облачную погоду аэрофотоснимки тоже имеют низкое качество. Какую информацию можно получить из космических снимков? Космические снимки сильно отличаются даже от аэрофотоснимков, потому что расстояние очень уж большое, и поэтому снимаются очень большие объемы поверхности. Нередко даже цвета этой самой поверхности могут сильно отличаться от того, что мы видим своими собственными глазами. Поэтому космические снимки, с одной стороны, они дают очень важную информацию географам, геологам, биологам и многим другим ученым. С другой стороны, ее тоже необходимо расшифровывать. Что такое географические планы и карты? Географические планы и карты – это изображение земной поверхности на плоскости с помощью специализированных знаков и с соблюдением высокой точности изображения этой земной поверхности. Что такое легенда плана и карты? Зачем она нужна? Дело в том, что карты и планы в обязательном порядке создаются с помощью специализированных знаков. Даже цвета на картах и планах имеют свое обозначение. Поэтому в легендах описывается, какой знак что обозначает, какая цифра что обозначает, какой цвет что обозначает. То есть легенда позволяет понять, а что же на карте, собственно говоря, изображено. Подумайте, в каких ситуациях вам может понадобиться географическая карта. Ну, в той ситуации, если вы просто решите, например, поехать куда-то туристом. Не факт, что у вас будет хорошо работать ваш смартфон. А в некоторых местах он может вообще начинать как-то слегка обманывать вас. Поэтому лучше взять с собой и смартфон, и обычную карту. И суметь ориентироваться по этой обычной карте. В некоторых местах, в горах, например, где-то в лесах, в тайге, сотовой связи вообще нету, смартфоны там работать не будут. Только и только карта. Поэтому умение понимать карту крайне и крайне важно.